19 січня на засіданні виконкому Ізмаїльської міськради мер Андрій Абрамченко повідомив про те, що столиця Придунав'я забезпечується електроенергією за тимчасовою схемою, та пояснив присутнім, чому місто залишилося без світла під час негоди. Що произошло? З 9:10 утра в связи с большим налипанием снега, сильный ветер, который достигал 30 метров в секунду, это ураган, полностью были повалены 17 опор основного энергоснабжения города Измаила, который единственный, идет с 330-й станции Арциз через Молдову, между Болградом и Измаилом упали 17 опор высоковольтных, 23 опоры, уже нашли 23 опоры. Город Измаил остался полностью без энергоснабжения. Полностью. Попытка повторного включения не увенчалась успехом. Была запущена резервная линия по временной схеме, которой сейчас питается город. Хочу подчеркнуть, по временной схеме со стороны Суворова. Да? Ситуация критичная, я вчера об этом говорил, такого не было еще в Измаиле, что полностью Измаил был обесточен именно по причине повреждения опор, которые требуют большого времени их ремонта. Мы же понимаем, что опоры находятся не в городе, они находятся на открытом месте, в полях, куда и доступ ограничен сегодня и так далее. Через відсутність електроенергії були тимчасові перерви у роботі мобільного зв'язку. У свою чергу, це доволі суттєво ускладнювало виконання завдань, які стояли на той момент перед місцевими посадовцями. Первая основная причина, что все базовые станции не обеспечены бесперебойным питанием. А если обеспечены бесперебойным питанием, то без дизель-генераторов, и я так понимаю, что их вообще никто не обслуживал. Что это такое, что когда выходят базовые станции, прекращается энергоснабжение, надо должны приехать садесы, специалисты, когда мокрый снег, налипание, непроездные дороги, и восстанавливать связь. Связь у нас была... Ну, как чуть ли не флажками. Рации, и как еще можно было обеспечить связь и координацию работы штаба. Всі комунальні служби працювали в посиленому режимі, усуваючи наслідки розголу стихії. Аби повністю відновити енергопостачання в місті, потрібно ще декілька днів. Для адресного усунення неполадок комунальникам знадобиться близько тижня. Работает вместе с РЭСом наше коммунальное предприятие со всей необходимой спецтехникой и специалистами с целью для того, чтобы усилить группировку ремонтников и ускорить работы по восстановлению линий электропередач. Я хочу поблагодарить измаильчан за понимание. Вчера очень мало было нареканий в плане выезда автотранспорта. Почти никто не мешал работе снегоуборочной техники. Очень важно было вот этот вот мокрый снег убрать день-ночь для того, чтобы сегодня только заниматься подсыпкой противоскользящими материалами. Тяжело было бы представить, если бы этот снег не был убран, и он бы замерз рано утром. Поэтому замерзшему льду, ну, машина не может идти снегоуборочно, и даже та, которая посыпает. З метою недопущення правопорушень в темний час доби введені додаткові патрулі Нацгвардії і поліції. Охранні агентства не могли обеспечити охрану. Електроенергії нет, безперебойники виключились. Було виставлено велике кількість патрулей Національної гвардії, ну, хто сьогодні ночі їздив, може бути, бачив, і поліції. Особих проблем не було, були задержані заготовителі дров. Ночью, ну у нас много деревьев упало, и люди ночью заготавливали дрова. Как бы это одно направление, это просто люди ночью работали. Вместо жилсервиса. Помогали им на утро, чтобы меньше было работы. Никто в чужую собственность не посягался. Ну, благодаря тому, что была поставлена задача, машины с мигалками всю ночь ездили по улицам города. То есть была задача присутствия полиции ночью на территории города, потому что от проспекта Суворова до ЖД вокзалу, звісно, повне отсутствие електричества – це мрачновато. Тим часом роботи з ліквідації наслідків негоди не зупинялися. Та ситуація, що склалася в Ізмаїлі, була на контролі не тільки у місцевих посадовців. Я попросив нас електрики дополнительно усилити бригади по Ізмаїлу
і на контролі губернатора знаходиться, і, скоріше, в Кабміні ситуація по Ізмаїлу, тому що вона єдинична для більших містів на її Одеській області. Так, щоб такий город з таким населенням залишався без електричества. Я розумію, що в селах як би вже привикли там где-то і печка, і дрова. Для города это очень неприемлемая ситуация. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.